Всем привет! Мы с вами находимся в обыкновенном испанском магазине, супермаркете. И как вы видите, все уже красиво украшено. Все находится здесь, в преддверии подготовки важного для испанцев праздника. Это, конечно же, Рождество. На Рождество испанцы любят устраивать праздничный красивый ужин. И обязательным завершением праздника являются рождественские сладости. Их огромное количество. Это марципаны. Это всевозможные польвороны и мантекадос. И, конечно же, туроны, о которых мы поговорим с вами чуть-чуть позже. Но немножко расскажу вам о главном достопримечательностях этого магазина. Это вот эти вкусные печенья, которые называются мантекадос и польворонес. Само слово мантекадос приходит от слова мантека, что означает жир. Именно на свином жире когда-то замешивали тесто для этих печенья. А польворон происходит от слова пыль. Или польво, потому что настолько рассыпчатая структура этого печенья, что открываешь фантик, и оно буквально рассыпается в ваших руках. Как вы видите, их огромный совершенный выбор. В любом магазине можно выбрать на любой вкус сладкоежки. Или же вот такую красивую коробочку для подарка. Да? Или же традиционный вкус с кунжутом и канелой. Или же корицей. Обязательно попробуйте типичный польворон, который сделан из перетертого миндаля. И, конечно, всю эту красоту нужно обязательно положить в красивую тарелочку, поставить в центр стола и украсить праздничный рождественский ужин. А уже после поедания всевозможных вкусностей закончить ужин вот такими сладостями. Если вы приехали в Испанию зимой, не пропустите это предложение. Всем пока!